Что такое валютный курс? Валютным курсом называется цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны. В условиях свободного рынка валютный курс устанавливается, исходя из спроса и предложения. В обозначениях валютного курса слева ставится база котировки, базовая валюта, а справа валюта котировки, котируемая валюта. Например, в паре евро-доллар – евро – базовая валюта или база котировки, а доллар – валюта котировки. К примеру, если курс данной валютной пары составляет 1,2760, это означает количество котируемой валюты за единицу базовой валюты. В данном случае 1,27 доллара за 1 евро. Подробный видеословарь терминов смотрите на сайте maximarkets.ru. Зарабатывайте на валютном рынке Форекс с компанией MaxiMarkets. Помните, всегда есть валюта, которая растет. MaxiMarkets – единственный международный брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Торгуйте с профессионалами. Регистрируйтесь на сайте maximarkets.ru.